Итак, доброе утро. Сегодня у нас вечером заходит пост 7 Ава. Пост продолжится с вечера до вечера, с захода солнца до захода солнца. В течение 24 часов, 25, можно сказать, если с заходом. Вот, так что я напоминаю, что этот сом, он приурочен к сожжению святого храма. У нас две даты, 7 Ава и 10 Ава. Значит, первый пост 7 Ава, это сегодня вечером, как я говорил, заходит, это 7 Ава. А второй пост зайдет в среду вечером и до четверга вечером. Это два поста. По сути дела, это пост, один и тот же пост, который называется пост 5 месяца или пост Ава. И также в караимской традиции он называется Недава. И этот пост, значит, приурочен тому, что 7 Ава враг зашел в святую святых и начал портить все, начал пить, кутить. И все это происходило в святой святых, туда, куда заходил враг только один раз в год великий священник Коген Гадоль. И в конце этого всего события, 10 Ава, храм был сожжен, был пущен огонь, и храм был сожжен в течение 10 Ава. И поэтому мы держим траур по святому храму, по Иерусалиму и по изгнанию народа Израиля в Вавилонский Галут, в Вавилонское пленение. Вот, так что я призываю всех караимов поститься в эти два дня, еще раз повторяю, сегодня вечером и до завтрашнего вечера, и второй пост с среды вечера до четверга вечера. В принципе, второй пост заканчивается около 2 часов дня, он идет не до вечера, потому что около 2 часа мы уже читаем Нехама. Нехама – это утешение, и мы читаем из пророка Хизкияху в конце его пророчества о том, как будет построен третий храм. И вот это утешение мы утешаем себя тем, что святой храм, третий святой храм будет построен в будущем. Итак, а сегодня мы продолжаем чтение Торы на караимском языке. Итак, вот наша глава, которая называется глава Деварим. Деварим или второзаконие, да. По сути дела, эта вся глава, она, вся эта книга, да, это, по идее, 5-я книга всего пятикнижия Моисея. И это 5-я книга, она, суть ее, по идее, это предостережение народа Израиля от идолослужения, с тем, чтобы народ Израиля не служил чужим богам, кроме одного Господа. И
Есть тут несколько мест, которые объясняют то, что нужно будет делать и народу Израиля после того, как они зайдут в святую землю, в землю обетованную. Вся эта книга, она была написана, в принципе, в течение 1 месяца. То есть есть упоминание здесь в начале этой главы о том, что эта глава начала писаться в первый месяц 11-го, в первый день 11-го месяца 40-го года по исходу из Египта. Если мы учтем, что Моисей по карамейской традиции скончался 3-го числа месяца Адара, в раввинистической версии это 7-го числа месяца Адара. Ну, на это есть доказательства карамейских вероучителей, что это не было 7-го Адара, а именно 3-го Адара. И поэтому в течение 1 месяца была написана вся эта книга. Итак, мы начнем чтение нашей главы. Как я говорил, итак, она начинается: «Элле гадеварим ашер дибер Моше эль кол Исраэль беэвер хайярден, бамидбар, баарава, моль, суф, бен пара, бен паран, вен тофель, велаван, вахачерот, веди, захав». Итак, по-караимски это звучит: «Булардер олсезляр, кисезляды Моше, джумля Исраэльгя, и гечи тиндя, ол яденен, ябанда тюздя, карши сына суфнен, арасына параннен, да арасына тофельнен, да лаван, да хачерот, дади загавнен». Итак, как это звучит? Вот слова, которые говорил Моисей всему Израилю за Иорданом в пустыне Арава, против Суфа, между Параном и Тофелом, и Лаваном, и Хацеротом, и Дизагавом. Это местность, из которой, собственно говоря, сыны Израиля и заходили в землю обетованную, и они стоят станом по ту сторону Иордана, с восточной стороны Иордана, перед тем, как они зайдут в землю обетованную с западной стороны Иордана и разобьют там стан на Гильгале. Это будет уже происходить в книге Йошуа Нуна. И так далее. «Он бир гюнлик хоребан, йолу тагнен сеернен, кадеш барнеака дегин». И вот это все в 11 днях пути от Хорева через гору Сеир до Кадеш Барнеи. То есть описывается географическое местоположение стана Израиля. «Да эди кыркынжи елда, беренжи айда, бериндя ол айнен, сөзлади Моше Исраэль огланларына джумляны, ки симарлади Адонай анар, сөзлемегя аларга». И вот в 40-м году, в 11-м месяце, 1-го дня того месяца, то есть я говорил уже о том, что всего-то остался 1 месяц до того, как Моисей скончался, и вся эта книга была написана в течение 1 месяца. Именно этот стих, и он является нам документальным свидетельством этому, что вся эта книга была написана в течение 1 месяца. «Говорил Моисей всем сыновьям Израилевым обо всем, что заповедовал ему Господь о них». То есть, в принципе, Господь уже сказал Моисею, что ты умрешь и не зайдешь в землю. Но и поэтому Моисей заповедует и поучает сыновей Израилевых, как им нужно заходить в землю обетованную, и что им нужно остерегаться идолослужения и служить только одному Богу. Ахареха кото, да, урганен дан, сонра, сихонны, ханын ол эмуринын, да огны, ханын ол башанын, и от турыр эди, аштерот эдрейдя.
После того, как он развил Сихона, сына царя Эморейского, который жил в Хешбоне, и Ога, царя Башанского, который жил в Аштароте и в Эдрее, то есть они сейчас находятся именно в этой местности, где жили эти два царя, и землю которых они захватили за рекой Иорданом. Кечивиндя ол Ярденнин, Ериндя Муавнин, Бельди Муше, Даперуш, Эти, Ол Ужбу, Тора Демя, Тораны Демя. За Иорданом, в земле Муавицкой, начал Моисей изъяснять учение это, говоря: «Адонай тенремыз сёзлады безгя хоревдя, демя и етяр сизгя отурма ужбу тогда». Господь Бог наш говорил нам в Хореве так: «Полно вам жить у этой горы». А Хорев, там получили 10 заповедей, да? «Кайрылынес, да кючунес, эзюнесгя, да келенес, тагына ол эморенен, да джумля коншиларына, тюздя тагда, да алчак ердя, да тушликтя, да лиманында ол тенизнын, ери ол кенаанынын, да ол ливаннонын, ол улу өзәнгә дигин өзны пиратнын». «Повернитесь и двигайтесь, пойдите к горе эморейцев и ко всем соседям его в степи, на горе и на низменности, и на юге, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливанону, до реки Великой, реки Пират. Да кюргинь бердим алдынызга ол ерны келеніз, да мерясляныз ол ерны ки ант эти Адонай аталарынызга, Авраамга, Ичкакка, да Яковга, вермя аларга, да урлукларына, артларындан». Смотри, я дал вам землю эту, идите и наследуйте землю, о которой клялся Господь отцам вашим, Аврааму, Ицхаку и Якову, дать им и потомству их после них. Да айтым сизгя, ол вахта демя, болай алмамдыр, ялныз кетермя сизны. И я сказал вам в то время так: не смогу я один носить вас. То есть мы видим, что Моисей рассказывает вот этому новому поколению, которое родилось в пустыне, то, что произошло 40 или 39 лет назад, значит, когда они уже получили Тору, и то, что Моисей тогда им говорил. «Адонай тенреныз, кёбайты сизны, дамуна сиз бюгюн, юлдузлары кибик, ол кёкнын кёпликя». Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне, как звезды небесные, многочисленные. Адонай тенрисы аталарынызнын, арттыргай устюнызгя сизын кибик. Господь Бог отцов ваших да прибавит к вам тысячекратно против того, сколько вас теперь. Мин керетляр да алгышлагай сизны ничики сезлады сизгя. Тысячекратно пусть он благословит вас, как он говорил вам. Ничик кетеряим ялныз. Мегианынызны да югюнызны да ташлыгынызны. Как же мне одному нести тягости ваши, бремя ваше и распри ваши? Это Моисей говорит Господу. Веренез, эзенезгя, услу, да аклы кишиляр,
Да, Бельгилиляр, Шевиляринизгя, да, Кояем Аларны Башларынызга. Изберите же себе мужей мудрых и разумных, и знатных по коленам вашим, и я поставлю их во главе вас. Даджугаб верыныз мана, да айттыныз, яхшидыр ол сөзки сөзладын кылма. И вы отвечали мне и сказали, хорошее дело велишь ты сделать. Вайках да алдым башларын шеветляринызнын, услуда бельгили кишиляр, да вердим аларны башлар истунизгя, билярин минлярнын, да билярин юзлярнын, да билярин эллилярнын, да билярин онларнын, да таякчылар шеветляринызгя. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и знатных, и назначил их начальниками над вами, тысячи начальниками, и 100 начальниками, и 50 начальниками, и 10 начальниками, и надзирателями по коленам вашим. Вот, кстати, насчет этого слова датаякчилар. Как-то я предложил это слово использовать в качестве полицейских, да, то есть на иврите на лишон кодеш это слово переводится в оригинале звучит как шотерим, шотерим лешифтихем, а слово шотер на современном иврите это полицейский. Так я предложил вот это таякчи, таякчи это значит палочник. Для современного караимского языка в качестве полицейского. Вот тут оно появляется. Таякчилар, шевляринезгя. Дасы марладым шараачи ларынезгам, ол вахта демя, эшитмя арасына, кардашларынезнын, да шарат этиниз, растлыкны арасына кишинин, да арасына кардашинын, да сына гарибнын. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо каждого с братом его и пришельцем его. Юз этмяныз юзляр шараатта нечик кичегя алай ул олуна эшитыныз коркманыз алдындан кишинин ки ол шараат тенрининдир ол да ол селски каты болса сизда ювуклаштырныз мана да эшитаим аны. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь никакого человека, ибо суд Божий он, а дело, которое слишком трудно для вас, предоставьте мне, и я выслушаю его. То есть судьи, они должны судить справедливо, невзирая на лица и не боясь людей, потому что это суд Господа, и если им будет трудно, то они должны представить это дело самому Моисею. Да сымар ладым сизгя ол вахта, джумля ол сёзлярны ки кылгайсыз. И дал я вам в то время повеление обо всех делах, которые вы должны сделать. Да кёчтик хоревдянь, да юрюдик, джумля ол улу, да ол коркувлы ябанны, ки кёрдынез, йолун тагынын ол эмуринын, Нечики симарлады Адонай тенримыз безгя, да кельдик кадеш барниака дегинь. И двинулись мы от Хорева и прошли всю эту пустыню великую и страшную, которую вы видели по пути к горе Эморейца, как повелел Господь Бог наш, и дошли мы до Кадеш Барнеи.
Да, а тим сизгам келдинес тагина дегин ол эморинин, ки Адонай тенремыз вериайдер безгя. И сказал я вам, дошли вы до горы Эморейца, которую Господь, Бог наш, дает нам. Кергин верди Адонай тенрениз, тенрин алдина ол ярни, чикин мирясляген, нечики сёзляди Адонай тенриси, аталарынызнын сана, коркмагын да сыныкмагын. Смотри, вот дал тебе Господь Бог твой землю сию, ступай, наследуй, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не страшись. Да ювуклаштынез, мана джумля гиз да айттынез, ебирялим, кишиляр алдымызга, да тергясинляр безгя ол ярны, да кайтарсынлар безгя сёз ол ёлны, ки чыккаймыз анын билән, да шахарларны ки белгаймыз, келгаймыз аларга. Но вы все подошли ко мне и сказали: «Пошлем людей перед собою, чтобы они разведывали нам землю эту и расскажут нам о дороге, по которой выходить нам, и о городах, в которые мы войдем». То есть мы, в принципе, видим, что здесь вот это вот то, что послали разведчиков, 12 разведчиков, это пришло желание и просьба, это от самого народа Израиля, то есть Моисей не сам их послал, как это кажется в главе Ваишлах, а здесь мы видим, что как это происходило, и Моисей рассказывает все подробности этого дела, то, что было 39 лет назад. Да яхши болды, кёзляремя, ол сёз да алдым сиздянь, он эки кишеляр, гарбир киши шеведянь. И понравилось мне слово это, и взял я из вас 12 человек, по одному человеку от колена. Да кайрылдылар, да чектылар олтакга, да гельдилар нахалешколга дегинь, да чашуттылар аны. И они отправились и взошли на гору, и дошли до долины Эшколь, и разведывали ее. Да алдылар колларына емишендянь ол ернын, да эндердилар безгя, да кайтардилар безгя сёз, да айтылар яхшидыр ол ер, ки Адонай тенремыз веряйдер безгя. И взяли они в руки плодов земли той, это разведчики, да, это имеется в виду, и принесли их нам, и доставили нам известие, и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам». Да килямядынез чикма, да тандынез буйругына Адонай тенринызнын, но не хотели вы подняться и воспротивились повелению Господа Бога вашего. Да гугурдандынез, да гугурдандынез, чатырларынызда, и возроптали вы в шатрах ваших, да айтынез, хорлаганындан Адонай безны, чикарды безны ериндян мисернын, вермя безны, колуна ол эморинын, тас этмя безны. И сказали вы: по ненависти Господа к нам вывел он нас из земли египетской, чтобы предать нас в руки эморейцев на истребление. Кайда биз чигайдырмыз, кардашларымыз, ириттилар кёнлюмызны, демя,
улус да биик бездянь, улу шахарлар да берклар кёктя, да дагын огланларын анакларнын кёрдик анда. Куда подняться нам? Братья наши расслабили сердца наши, говоря, народ больше и выше нас, города большие и укрепленные до небес, даже сыновей великанов видели мы там. Да айтым сизгям, сынык манез, да корк манез алардан, и сказал я вам, не страшитесь и не бойтесь их, Адонай тенреныз ол юрюгянь, алдын изга, ол урушир сизин учун, джумляны чики кылды берген изга, мисердя гёзлярин изча. И сказал я вам, не страшитесь и не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш, идущий перед вами, Он будет воевать за вас, так же, как сделал Он для вас в Египте перед глазами вашими. Да я ванда ки гёрдин, ки кётарди сени Адонай тенрин, не чи ки кётарир киши оглин, джумля ёлда ки юрюдинез, кельгя ниниздя, ужбу ергя дегинь. И в пустыне сей, где видел ты, что носил тебя Господь, Бог твой, как носит человек сына своего, на всем пути, который вы проходили, до прихода вашего на место это. Да ужбу сёз белянь инан мас эдинез, Адонай тенрин изгя, и в этом деле вы не поверили Господу, Богу вашему, ол юрюгянь алдын изга, ёлда, тергя мя сизгя, урун кон ма сизгя, от белянь, геджа, кёргюзмя сизгя ол ёлны, ки юрю гай сиз анын белянь. Значит, ол юргань, который идет перед вами по пути, чтобы высмотреть для вас место стоянки вашей в огне ночью, чтобы указывать вам дорогу, по которой вам идти, и в облаке днем. То есть упоминается здесь вот облако, которое было облако, огненным облаком ночью, да булут белянь гюнь узун, и облаком обычным, которое покрывало их, чтобы их не опалило солнце, не, чтобы им не было жарко, и покрывало стан днем. И таким образом вот это облако сопровождало их в течение 40 лет в пустыне. Да эшити Адонай авазин сёзлярын изнын, да ачувланды, да ант эти демя. И услышал Господь голос речей ваших, и разгневался, и поклялся, сказав, эгер герса киши ужбу киши ларда, ужбу яман давур, ол яхши ярны ки ант этим вермя аталарын изга, никто из людей этих и из этого злого рода не увидит доброй земли, которую я поклялся отдать отцам вашим. Анчак калев огли ефунен ол кёргай аны да анар веримен ол ярны ки басты анда да огланларына анын учун ки тамам эти артендан Адонайнын. Только Калев, сын Ефуне, он увидит ее, ему отдам я землю, по которой ходил он, и сынам его за то, что он повиновался Господу. Я напомню здесь, что Калев бен Ефуне и Йошуа бен Нун, два человека, которые воспротивились вот этого бунту 12 разведчиков, которые ходили, то есть из 12 разведчиков, два человека, Йошуа бен Нун и Калев бен Ефуне, они сказали, да, мы зайдем в эту землю, и мы заберем ее, и не слушали остальных 10 человек, которые воспротивились заходить в землю обетованную. Дагын мана
Ачувланди Адонай себе бенездянь, демя дагынсен гельмягайсен анда. И на меня также прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Это уже было позже, когда, значит, Моисей и Аарон приступили слово Господня в месте, которое называется Мемирива. Йогошуа оглы оглунун ол турган алдына ол гелир анда анын куватландыргын ки ол үләшир аны Исраэльгә. Йогошуа сын Нуна, стоящий перед тобой, он придет туда, его утверди, ибо он передаст ее во владение Израилю. Даяшларынез ки айтынез таловга да огланларынез ки бельмяделар бүгүн, яхшыны да яманны алар гелгайлар анда, да аларга веремен аны, да алай мерясэлагайлар аны. Малютки же ваши, о которых вы говорили, что добычей устанут они, и сыны ваши, которые не познали еще добро и зло, они войдут туда, и им отдам я ее, и они унаследуют ее. Дасиз кайрылыныз зюнезгям, да кючуныз ол ябанга, йолуна тенгизнын суфнын. А вы же обратитесь и отправьтесь в пустыню по пути к Ям-Суфу, к Черному морю. Да тану да джугаб вердынез да айтынез мана, языклы болдык Адонайга, без чигалым да урушалым джумляны чеки сымарлады, безге Адонай тенремыз, да багладынез гар киши сагытларын урушынын, даге дединез чикма ол тагха. И отвечали вы и сказали мне, согрешили мы перед Господом, мы пойдем и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш. И предпоясались вы каждый бранным оружием своим и дерзнули взойти на гору. Да айты Адонай мана, айткиналарга чикманыз да урушманыз ки дюгюльмын ортасында да кырылманыз алдына душманларымызнын. Но Господь сказал мне, скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, дабы не были вы поражены пред врагами вашими. Вадабер, да сезладим сизгя, да эщит мядынез, и я говорил вам, но вы не послушались меня, да тандынез буйругына адунайнын, да чаялык эттынез, да чектынез ол тагга. И воспротивились повелению Господню и дерзнули взойти на гору. Да чекты ол эмори, ол отурган, ол тагда, каршинезга, да кувдилар сизны нечики кыларлар, ол бал куртлар, да янчтилар сизны сиирдя хормага дегинь. И выступили эморейцы, которые жили на горе той против вас, и преследовали вас, как делают пчелы, и поражали вас на горе Сеир до Хормы. Это место так называется, такой город. Да кайтфинез, да еладинез, алдина Адонайнын, да эшит мяды Адонай сёзынызгя, да кулак тутмады сизгя. И возвратились вы и плакали перед Господом, но Господь не услышал голоса вашего и не внял вам.
Ватишивуда отурдинес кадешдя кёбгюнляр олгюнляр гибики отурдинес. И пробыли вы в кадеше многие дни, столько же дней, сколько вы уже пребывали. Здесь начинается вторая глава книги Второзакония, Деварим. Дакайр дик дагёчтик ол ябанга юлуна денизнин суфнин нечики сёжлади адонай мана да чеверил дик тагин сеирнин кёбгюнляр. И вот обратились мы и отправились в пустыню по пути к Черному морю, как говорил мне Господь, и обходили мы гору Сеир многие дни. Да айти адонай манадемя, етяр сизгя черевельмя ужбу тагны, кайрылынез зюнезгя чафон сары. И сказал мне Господь так: полно вам обходить гору эту, поверните к северу, и народу прикажи так: пройдите по пределу братьев ваших, даол улуска семарлагин демя сиз гечерин гечер гечерирсиз синорина кардашларынызнын огланлары эсавнын ол отурулганлар сеирдя да коркарлар сиздян да сакланыныз асры. И народу прикажи так: придите по пределу братьев ваших, сыновей Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но вы очень остерегаетесь их. Уруш курманыз аларвилянь ки вермямдер сизгя ерлерыныздянь басымына дегин табанынын аякнын ки мераслик эсавга вердим тагын эсеирнын. Не задирайте их, ибо я не дам вам из земли их ни за стопу, ни на стопу ноги, так как Исаву во владение отдал я гору Сеир. Я напомню, что Исав был братом Якова. И поэтому он отдал Исаву эту гору. Ашлык сатын аланыз катларындан ахча вилянь да ашанез да дагын сув сатын аланыз катларындан ахча вилен да ичинез. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте. Ки адонай тенрениз алгышлады сени джумля иши билянь колуннен билди юрюгянинны ужбу улу ябанны бу 40 йыл адонай танрын биргяня эксильмядын нымя. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, зная о хождении твоем по этой великой пустыне. Вот 40 лет, как Господь Бог твой с тобою, не испытывая